на слушаниях, инициированных партией «Светлая Армения» в Национальном собрании. Глава Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что некто по имени Александр Радов недавно направился в Карабах и через своих родных выяснил, что порядка 300 молодых ребят скрываются в лесах, расположенных на территориях, подконтрольных теперь Азербайджану. По его словам, они пытаются выбраться оттуда, однако никто не может им помочь, потому в Армении власть недееспособна.